Всем привет! Сегодня у нас 27 апреля. Вот. И, в общем, вот такая у нас на улице жара. Вот солнышко светит. И мы потихонечку сажаем. Я хотела показать. В общем, вот так у меня растет моя ёшта. Так. Вот так она выросла. Второй кустик. Вот. И здесь, значит, у меня растет моя вот такая вот вымахала редиска. Но редиски как таковой как-то мало. Я ее сеяла 31 марта. Вот у меня цветочки тут вот вылезли, я сеяла. Вот. Ну вот редиски, это семена наши. Но редиски как таковой что-то вот нету. Одни вот корешки, вот она только-только пошла. Я тут немножечко уже вот выбирала. Я ее, наверное, посеяла очень часто. Но все равно вот здесь, где редко растет, вот в некоторых местах, где реденько, все равно вот ее нет. Вот здесь вот-вот реденько. Вот, но ее вот как таковой нету. В общем, я не знаю, с чем это связано. Вот здесь тоже вот, вот и нету ничего. Я не знаю, может быть, еще подождать. Но вот здесь вот маленькая вот есть редисочка. Вот я немножко рвала уже, кушала. Вот. В общем. Ну, в общем, в основном корешки есть, а редиски совсем мало, почти нету. Вот я сейчас потихоньку выдергиваю и кормлю свою козочку. Вот так у меня выросли мои помидорки. Здесь они так очень хорошо вот в тепличке были, когда заморозки, мы заносили домой. Немножко вот подвяли. Поливала вчера, надо еще полить. Вот. Ну вот так перчик у меня растет. Цветок я сюда занесла. Вот. Вот это горох. Нут, по-моему, называется. Вот. Я посадила, я потом буду на грядке в огород пересаживать. И вот так подросли мои помидорки, которые я сеяла 5 марта. Нет, 5 апреля. Я их сеяла 5 апреля, ну вот так вот они у меня подросли. Не знаю, вот догонят, не догонят. Ну, в общем, посмотрим. Перец не вылез, вот пусто, ничего нету. А и здесь немножко вот этих баклажанчиков, вот. Вот так вот у меня растет мой горох, моя рассада здесь, немного табака, вот это, перец, баклажанчики. Вчера поливала, вот как высушивает сильно. Я вчера поливала, сегодня вот опять все высохло. И здесь у меня капуста, вот эта цветная капуста. И здесь я тогда показывала, в общем, в предыдущем видео, какую я капусту посеяла. Вот. Ну и вот здесь вот тазик, когда были заморозки, я выкопала весь, значит, перец, который я здесь посадила. В общем, я побоялась остаться без перца. Я выкопала, в тазик вот сюда поставила. Вот, и, в общем, два вот этих первых помидора. И те помидоры, вот, которые я позже сеяла, они, в общем-то, догнали вот эти два помидора, которые я сеяла на месяц раньше. Вот. И я что-то думаю, может быть, вот те помидорки, которые я посеяла позже, вот, 5 апреля, я что-то думаю, что, может быть, они тоже догонят вот эти помидоры. Ну, в общем, посмотрим. Бимочка у нас надрывается, на привязи сидит. Вот так у нас растет наш чесночок. Вот. Здесь, значит, мы сделали три грядки. Сюда я не показывала, но я сюда положила, в общем, это кору. Собрала, вот мы пилили дрова, я собрала всю кору, весь мусор, и сюда, и засыпала землей. Что-то хочу провести эксперимент. В общем, посмотрим. Я потом копну, покажу, что у меня там в этих арычках. Ну, вот так вот пока. Посеяли фасоль мы сюда на три грядочки. Вот здесь, значит, у нас, я не знаю, он посадил сюда картошку, нет. Ну, в общем, я хотела показать, какую мы картошку сажали. Вот такую картошечку мы сажали, мелкую. Это наша картошка, вот такая мелкая осталась, которая в основном крупная была. Это вот мелочь, я не знаю. Мы один короб вот такой сажали, значит, поздно картошку. Ну, вот я не знаю, то ли она не уродилась. Ну, в общем, вот такая мелкая картошечка. Мы в лунку ложили по 8, по 10, в общем, таких картофелин.
Вот, ну, в общем, мы посадили вот такую мелкую картошку. Ну, там была еще, правда, покрупнее. Это вот что осталось. Вот, вот такая вот. Она у нас проросла хорошо. Вот, и, в общем, сейчас я покажу короба. Вот, в общем, вот мы три короба, значит, посадили. Вот, и такой ранней картошечки. Вот, и, в общем, вот два короба мы засыпали опилками, чтобы земля не сохла. И один короб я засыпала вот так вот, в общем, навоз тут сеном. В общем, ну, не знаю, посмотрим. В общем, вот так вот. Сеем все, сажаем. Тут, значит, дождя вот нету. И мы не поливаем. Мы здесь посеяли, посадили вот лук мелкий у нас остался на этой грядке. Мы посадили. Вот. Потом, значит, здесь тоже что-то посеял. Тоже, по-моему, лук посеяли, сеянец посеяли. Здесь морковку посеяли, но мы не поливаем. Потому что у нас опять заморозки обещают. Я смотрела в интернете. В общем, заморозки будут в воскресенье и в понедельник до минус 2. В общем, не знаю, посмотрим. Вот. Ну, вот так вот мы наш огород приводим в порядок. Вот так вырос у нас чесночок на зелень, который я не выкапывала, оставляла. Делаем вот грядки туда, вот весь мусор. Вот. В общем, все, что спилили мы вишни. Вот, и, ну, в общем, хотим пересадить вот эти цветы, потому что здесь у нас на этом месте будет гараж. Прибираемся. Подготовили грядки, но еще ничего не высаживаем. Боюсь я заморозки. Вот. Я вот здесь посадила только огурчики. Вот на этой грядке, вот так накрыла, я посадила огурчики. В общем, все будем высаживать после заморозков. У нас вот тюльпанчики еще не цветут. Вон там тоже тюльпанчик. Вот, в общем, нарциссы. Лилии пересадили. Ну, в общем, сюда вот так, значит, эти розочки. Точки будут цвести. Ну, в общем, посадили мы сюда. Вот так роза у меня хорошо пошла. Буду ее на зам... Когда будут заморозки, я хочу закрывать. Ее пленка придется закрывать. Вот здесь у меня пионы. Я закрываю, чтобы не сломать. Потому что ходим, можно случайно наступить и сломать. Вот пока вот так накрываю. И вот так у меня лилии здесь. Это мои лилии. Вот так они вылезли. Но я их пока не открываю. Ну, вот так вот у меня. Вот. Ну, и здесь вот немножко клубнички. Вот. В общем, вот так вот наш огород. Вот так у нас раскрывается смородина. Я посмотрела, что цветочков будет, ну, очень много. Второй куст. Вот. Это черная смородина. Это белые два куста у меня были смородины. Вот. Это гортензия метельчатая тоже. Вон почечки уже открывает. И сюда мы посадили. Здесь мы посадили чеснок прям головками целыми на зелень. Потому что он сохнет, жалко его выбрасывать. Вот столько у нас мы посадили. Вот. И сюда мы пересадили. Это бесшипный крыжовник. Два кустика пересадили. Они у меня близко к малине были, поэтому пришлось пересадить. Вот. Один кустик и вот второй. Мы подальше от малины. И вот так вот у нас такая вот малина уже хорошо распускается. Вот. Новые там вон побеги идут. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот у нас распустилась груша. Вот это будет, наверное, она цвести. Вот такие вот цветочки. Вот. В общем, вся такая в цвету. Вот. В общем, много будет. Должно быть много, не знаю. Пошла моя смородинка красная, которую я сюда посадила.
Вот, хотим тоже отсюда убрать. Она вот уже совсем здесь плохо растет. Клубника, земляника наша. Вот. В общем, вот так вот наши кустики. И здесь малина. И яблоньки. Вот. Молодые две яблоньки. Не знаю, может быть, в этом году будет цвести. Вот такие вот яблоньки. Вот почечки у них. В общем, посмотрим. Вот. Ну и эта малина вот принялась. Вот. Растет. Потом, где высохнет или плохо будет расти, я ее просто вырежу отсюда и все. Распускается сирень. Вот. Она у нас такая, мы принесли ее, просто выкопали там, это на улице росла у кого-то. Я не знаю, что за сорт, но, в общем, такая обыкновенная сирень голубенькая. И вот столько вот. И у нее шапки такие небольшие, маленькие. Вот, но все равно красиво вот так под окошком. Такой запах всегда. И вот она кустится. И вот рядышком. У нас здесь короба раньше стояли. Тут огурчики я сажала. И у нас от сырости был, ветра не продувал, не продувало сирени. Ветра не было. И, в общем, она у нас немножко там подгнила. И я не стала, значит, вырубать вот эти вот молоденькие. Подумала, что это... Ну, вот старая она, вон, видите, совсем вот... В общем, пропадает. Вот. И, в общем, я оставила вот эти молоденькие кустики. Ну, чтобы у нас росла сирень. У нас вот маленькие кролики. Вот такой вот приплод. Вот так вот они щипать. Вот так вот. Вот так вот они. Вот такие, не знаю, там 4 или 5 их. 5, по-моему. Вот. Вот такие вот хорошие крольчатки. Вот такие уже большие. Вот. Уже мама боится, что мы их тронем. И там тоже вот там шевелится. Но вот эта самка, когда я ставила ей воду, она меня укусила. Поэтому я боюсь туда лезть. Вот она сидит, охраняет всегда. Но там вот шевелится. Вот, ну не буду я ее тревожить, то я боюсь, она их раздавит, передавит. Вот. Ну ладно, всем пока-пока.